йоча-влак. Метач тендан дене кодшо урокын темыжым умбаке шуена. Кодшо урокышто ме тендан дене кӧ кушто илме нерген мутланышна. Айста кызыт ме тидым эше икана шергалын лектына. Здравствуйте, ребята! Мы с вами сегодня продолжим тему прошлого урока. На прошлом уроке мы с вами говорили о том, кто где живет. Давайте вспомним. Мый кушто илем? Где я живу? Мый Йошкар-Олаште илем? Я живу в Йошкар-Оле. Тый кушто илет? Ты где живешь? Тый Мари-Элште илет? Ты живешь в Мари-Эл. Мати кушто ила? Где живет мати? Мати Финляндиште ила? Мати живет в Финляндии. Верым ончыктышо мут-влак кушто йодышлан вашмутым пуат. Слова, которые указывают на место, отвечают на вопрос «кушто?» – «где?». А кызыт йочалык ме тендан дене тачысе урокышто кучылтшаш умут-влак дене палын лийна. А сейчас, ребята, мы с вами ознакомимся с новыми словами. Ме – мы. Те – вы. Нуна – они. Ола – город. Олаште – в городе. Поселка – поселок. Поселка что? В поселке. Ял – деревня. Ялште – в деревне. Ме илена – мы живем. Те иледа – вы живете. Нуна илат – они живут. Ме кушто илена? Где мы живем? Ме Йошкар-Олаште илена? Мы живем в Йошкар-Оле. Те кушто иледа? Вы где живете? Ме Ялыште илена? Мы живем в деревне. Нуно кушто илат? Где они живут? Нуно Олаште илат? Они живут в городе. Кызыт ме тендан дене диалогым чоҥена. Тидын годым пеҥгыдемден аль шӧрен каласен кодена. Сейчас, ребята, мы с вами составим диалог. И при этом мы с вами используем слова туге, да, уке, нет. Мати, той эстониште илет? Мати, ты живешь в Эстонии? Уке, мой финляндиште илем? Нет. Я живу в Финляндии. Мати, Майя, ты Хельсинкиште иледа? Мати, Майя, вы живете в Хельсинки? Туге, ме Хельсинкиште илена? Да, мы живем в Хельсинки. Йоча-влак, ты Татар Республикиште иледа? Уке, ме Мари-Эл Республикиште илена? Ребята, вы живете в Республике Татарстан? Нет, мы живем в республике Мари-Эл. Салика, Эчу, ты Ялыште иледа? Туге, ми Ялыште илена. А кызыт илаш мутым ме тендан дене лица да числа дене вашталтена, а вара предложений-влакым чоҥена. Слово илаш – жить. Мы с вами сейчас будем изменять по лицам и числам, а потом будем составлять предложения. Мы илем, я живу. Тый илет, ты живешь. Тудо ила, он живет. Ме илена, мы живем. Те иледа, вы живете. Нуно илат, они живут. Мы Йошкар-Олаште илем. Я живу в Йошкар-Оле. Тый Мари-Элште илет, ты живешь в Мари-Эл. Тудо Финляндиште ила. Он живет в Финляндии. Ме Эстониште илена. Мы живем в Эстонии. Те Ялыште иледа. Вы живете в деревне. Нуно Олаште илат. Они живут в городе. Йоча-влак, ме тендан дене сылне Мари-Эл Республикыште илена. Марла мутланена.
Йӧратыза, шке шочмо кундемдам, да шке шочмо йылмыдам. Ребята, мы с вами живем в прекрасной республике Мари-Эл. Говорим на марийском языке. Любите свой край и свой родной язык. Тидын дене мемнан урок нам учаш келшымеш, чеверын. На этом наш урок подходит к концу. До свидания.